Знаете, что эта проблема в последнее время стала очень большая. И мы всячески думаем, как решить эту проблему. Буквально 3 дня назад мы встретились с главой арцистской громады Прополанским Сергеем Афанасьевичем. И было такое предложение от него поступило создать на территории арцистской громады питомник. Приезжает команда, вылавливает больших собак. Отправляем туда питомник, закрываем, а маленькие, больших собак, которые могут приносить, которые могут покусать людей. А маленькие, которые более безопасны, просто стерилизовать или отпускать, и все. Такое предложение поступило, и я думаю, что оно нас устраивает. Как скоро будет построен в Арцизе питомник, не сказал? Этого я пока не могу сказать, но работа над этим вопросом уже ведется. Мы должны еще посчитать, сколько обойдется собака в год, одна собака. Ну, предварительно это где-то до 4000 гривен, так было, Лидия Николаевна? Да. В позапрошлом году, когда мы разрабатывали этот вопрос, думали даже у себя строить питомник, собака обходилась до 3000 гривен, то сегодня, ну, вы понимаете, что инфляция, удорожание. И нас это устраивает, если это будет все в Арцизе. Он хочет привлечь и другие громады, и Павловскую, и Теплинскую, там. Ну, ближайшие громады, красивую Бородинскую. И я думаю, что вопрос таким образом будет решен собака. Спасибо.